Окончательная схема движения по Дзержинке и Балакирева будет утверждена к концу лета. С августа там откроется пешеходная зона. Уже закончены работы по перекладке подземных коммуникаций. И вот что сказал нам директор водоканала Эдуард Кядиков. Трубу канализации проложили новую, с более увеличенным диаметром, чтобы не было там больше в ближайшие 50 лет никаких проблем. И также вынесли трубу водопроводную из-под пятна застройки, где будет будущий фонтан. Мы сегодня уже вывозим там железобетонное ограждение, то, что осталось, досыпаем грунт. И 15 числа мы планируем сдать объект уже следующему подрядчику, который в ближайшее там время начнет уже заниматься благоустройством. С благоустройством пешеходной зоны запланирована полная реконструкция сквера Афанасьева. По проекту здесь установят малые архитектурные формы и новые светильники. Высадят деревья, кустарники, полностью поменяют дорожное покрытие и тротуарную плитку. Перед началом строительных работ было решено демонтировать памятные звезды золотых и серебряных медалистов Клинского района. Для того, чтобы эти звезды не потерялись, мы решили их убрать, так сказать, законсервировать и в дальнейшем опять выложить их на то же место, где они были. Звезды в честь медалистов в сквере Афанасьева закладывают с 2007 года. Традиция будет продолжена и в этом году. Звезды за успехи в учебе уже заказаны, но в сквере их выложат только после окончания дорожных работ.